Очевидно, что во время гражданской войны между помпеянцами и цезарианцами погибло много личного состава. Можно ли хотя бы приблизительно оценить мобилизационные возможности самого Рима и прилегающих земель италиков без учета ауксилиев из галлов и прочей сволочи? Ну, во-первых, это неправильно, как я уже сказал. Во-вторых, по цензу 70-69 годов, ну, то есть это вот время там, за 20 лет буквально до описываемых событий, граждан насчитали 910 тысяч. То есть это те, из кого комплектовались военнообязанные. Военнообязанных обычно где-то 20-25%. То есть, если ко временам вот, начала 40-х годов, ну, естественно, численность населения не быстро, но увеличивалась, их было около миллиона, то есть, считайте, 200-250 тысяч человек, тех, кого можно было мобилизовать из граждан, это довольно много. Вот. Ну и опять же, всякую сволочь типа ауксилий не учитывать нельзя, потому что это как минимум треть армии. Это очень серьезная цифра. Никто не считал, сколько там поубивали. Во всяком случае, до нас не дошло. Обязательно считали. Просто, к сожалению, комплектных архивов у нас нет. Я в смысле, да, что документов нет. На всякий случай, если вдруг кому непонятно, если человека убили, кто в армии не служил, ему положено довольствие, например, то, что он за день сжирает, положено обмундирование, сапоги, галифе и всякое такое. Это все нужно снять с довольствия. Да, с довольствия снять, и это дело уже не расходуется тогда. А можно не снимать, что создает, так сказать, веские основания для коррупции. За этим, я подозреваю, зрительно, как бдительно смотрели.